вам буду показывать крутых фанатских аниматроников. Первая серия. Первый аниматроник — это Файтайм Бонни. Он крутой, потому что он необычный. И странно интересный. Вот вы видите, какой он грузовый человек. И он еще ниже. Поэтому следующий аниматроник. Это собака Раф. Он крутой, потому что вот вы видите эту синюю собаку. Как будто это из какого-то мима почти. И это еще какой-то маньяк. Переходим к следующему аниматронику. Тарунчик. Тарунчик аниматроник. Он как бы новый аниматроник FNAF 6. И он не крутой, он просто интересный. И это еще прикольный. Поэтому он попал в этот ролик. Следующий аниматроник — это как раз Спринг Бонни. Я уже его имя забыл, пока фотролик хотел снять. Следующий аниматроник — это Скраб Бонни, и это Скраб Баня какой-то. Ну, вот. Такой аниматроник странный. Это Шоу Тайм Фредди. Вот он как Файтайм Фредди. И он, если он бы был, он бы был в FNAF 6. Это Скраб Фредбер. Он прикольный.